угрожали арбалетом и требовали результаты освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники ГИБДД установили всех участников нападения на станцию скорой помощи в Озерске. Четверо мужчин пришли к врачам ночью. Один из них был вооружен арбалетом. Угрожая медперсоналу, они потребовали отдать им документы, которые подтверждали, что их товарищ управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По обстоятельствам совершенных хулиганских действий группа лиц по предварительному сговору в управлении МВД России по АЗТО город Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь хулиганам может грозить срок за решеткой до 7 лет. Также двое из них были привлечены к административной ответственности в виде ареста за употребление наркотических средств и психотропных веществ и за езду без прав. Двое других находятся под подпиской о невыезде.